Максим, в своей группе вы заняли второе место. Как думаешь, почему не удалось выйти в плей-офф с первого? Ну, потому что мы с первой игры сыграли 1-1. Если бы выиграли, мы были на первом месте. Так как только приехали, наша вся команда так очень переживала. И мы так сыграли первую игру 1-1. И сегодня даже, ну, мы играли против Минска. Тоже распереживались, сыграли. Сначала плохо начали, потом уже за 15 минут до конца разыгрались уже. Ну, и сыграли 4-0, выиграли. А так, ну, турнир интересный. Нашей всей команде понравился. А в первом матче причина мечней в чем кроется? Вы были уставшие с дороги? Ну, да, мы в дороге вообще не спали, устали. Ну, и переживания сильные.